На Ольхоне множество мест, просто идеальных для медитации. Все к этому располагает. Бескрайняя водная гладь, многолетние реликтовые деревья и священные скалы. Вот и мы решили заняться медитацией на рассвете, чтобы еще сильнее пропитаться атмосферой острова. Я уже вот третий год провожу медитации на Ольхоне. Летом, вот 2 года назад я здесь еще целый месяц была, и за месяц где-то 130 человек побывало вот на наших медитациях. А вообще сюда приезжает очень много людей, именно таких вот, ну, искателей, да, то есть людей, которые ищут что-то такое внутреннее, глубокое, смысл жизни. Вот, и очень легко вот с такими людьми общаться и проводить упражнения, практики. Вот. И настолько здесь это естественно, настолько вообще все вокруг это принимают, то есть чувствуешь себя совершенно гармонично. Вот. Ну и само место, конечно, оно настолько медитативное, настолько наполненное покоем и чистотой, что оно просто помогает тебе раскрыть все прекрасное, что есть у тебя в душе. Удивительное место. Я вот для себя его открыла, и теперь не могу, вот каждый год как магнитом сюда тянет.